Я родился в Кременчуге, живу в Кременчуге. За границей я практически не был, поэтому я обычный человек, рядовой абсолютно. И никаких выделяющих меня там особенностей я не имею. Это мое отношение к самому себе. Я трудяга. Я работаю с 14 лет, поэтому то, что вы видите, это долгий путь. Сдаваться не стоит, это всегда будет. В хорошем настроении, в хорошем расположении духа, и давайте наконец-то приступим. По поводу красок. Заниматься мы будем контурной росписью. Для начала наносится контур. Есть необходимое время уложить этих красок, чтобы они начали подстывать. После того, как они подстывают, можно заполнять разбавленные краски. Вот эти наборы можно использовать и нужно использовать. Эта краска может разбавляться водой, акриловая используется краска. Период высыхания у него порядка 20-40 минут, в зависимости от консистенции. Наносится контур по вашему эскизу, потом заливается краской. Либо заливается, либо не заливается вообще. Контур создается для того, как большушку будет заправлен. Да, да. Это может быть полноценный орнамент, вот на черной футболке. Либо можно заливать контур. Вот здесь на работе, здесь залить контур, здесь залить контур. То есть основа контура в этом апреле. Я чуть просто не прицепилась.